Здравствуйте, друзья! Меня зовут Александр Фефилов, и на протяжении этого курса я буду выступать в качестве вашего персонального репетитора по игре на гитаре. Этот курс целиком и полностью посвящен такому приему, как барре. Барре – это прием, когда мы одновременно указательным пальчиком левой руки зажимаем две и более струны на шейке грифа гитары. Возможно, вы уже давно играете на гитаре или только делаете первые шаги в освоении этого прекрасного инструмента и испытываете какие-то сложности, когда пытаетесь сыграть прием барре. Например, у вас бывает такой некачественный дребезжащий звук, или струны звучат как-то некрасиво, дребезжат, хотя нужно играть вот так вот чистенько, или болит палец, запястье, мышцы болят. Это говорит о том, что вы неправильно, скорее всего, берете приема барре на гитаре. После просмотра этого курса вы научитесь буквально за считанные часы играть прием барре без всяких проблем. И на 2 струны, и на 3 струны, и на 4, и на 5, и на 6. То есть все возможные варианты барре, как минорные, так и мажорные, на любом ладу гитары у вас будут получаться без сучка, то что говорится, и без задоринки. Все будет у вас получаться великолепно. Главное, играйте все, что я показываю, и отнеситесь добросовестно ко всем этим упражнениям. Я уверен, что после того, как вы позанимаетесь и досмотрите до конца этот курс, у вас барре будет получаться намного лучше даже, чем у меня. Всего доброго. Приступаем к занятиям.